Несколько часов назад корейцы договорились о снижении конфронтации на границе. Сеул удовлетворил требования Пхеньяна и прекратил так называемое пропагандистское вещание через громкоговорители на линии разграничения. Этот вопрос был одним из основных на переговорах. КНДР, в свою очередь, отменяет состояние полной боевой готовности для солдат своей армии. С прошлой пятницы страны демонстрировали друг другу свою военную мощь и делали устрашающие заявления. Сегодня же КНДР и Южная Корея решили продолжить мирные переговоры.